Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве MIDIGI F1 получить доступ к настройкам разработчика. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Система», «О телефоне», находим здесь строку «Номер сборки», которая у нас находится на самом дне, и тыкаем по ней пальцем несколько раз, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком», и теперь вы сможете найти настройки для разработчиков в разделе «Система». Вот они все наши супер крутые, супер полезные, интересные настройки разработчиков. Также вы можете их отключить здесь, и после этого они пропадут из списка настроек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!